Здравствуйте, меня зовут Араксия Хачатрян. Я прошла успешно курс лидерства с воу-эффектом у Любы Яновской. Она очень заряжает меня лично на то, чтобы быть собранной, быть ответственной. Она своим примером... Я раньше не считала это чем-то важным. Я считала это как-то... Ну, я же женщина, я творческая, я могу себе позволить быть там летающей где-то в облаках, но благодаря этому курсу я поняла, насколько это важно, насколько это нужно. Да, в домашних условиях я могу быть творческой, свободной и так далее, но в работе такого не должно быть. И благодаря лидерству... курсу лидерства, мне очень раскрылись понятия, которые раньше я не совсем понимала. Очень-очень насыщенный курс, очень много знаний. Это не лайт-версия там, женских тренингов, это действительно бизнес-тренинги, это действительно собранный материал со всех книг, всевозможных тренингов, коуч-сессий и всего остального, потому что я проходила две школы коучинга, и у Любы были те же из коучей, из... как это сказать, из школ коучинга, были те же взяты материалы, только они были даны, адаптированы под лидерство. В общем, я благодарна всем организаторам, школе Wake Up, Любе Яновской, всем моим одногруппникам, не знаю, учащимся со мной в одной группе. Было очень весело, классно, атмосфера дружественная и есть групповая динамика. Пока ты находишься, не идешь на один определенный тренинг, а идешь на пару курсов, у тебя появляется динамика. Ты работаешь так. У тебя тут команда, как организовать команду, как делать переговоры, как делать то. И у тебя есть динамика. То есть я чувствую, что за 2 месяца есть какой-то результат в моем личном прогрессе, в моей работе. Я стала более продуктивной, я стала более собранной, я стала приходить вовремя, что немаловажно для меня. В общем, благодарю.